Ну и начнем с информации о погоде в Акмолинской области. Из-за ухудшения условий закрыли движение для всех видов транспортных средств на нескольких участках автодорог республиканского значения. С 22.00 закрыто движение на трассе Кокшетау-Рузаевка. С 23.30 закрыто движение на участке автодороги Кокшетау-Петропавловск. В регионе было объявлено штормовое предупреждение из-за снега, тумана и гололеда. Всего штормовое предупреждение объявили в 16 регионах страны. По данным Казгидромета, в начале недели обильные осадки ожидаются в Алматинской, Павлодарской, Североказахстанской и Туркестанской областях. На большей части республики туман. Отмечу, что в столице понедельник синоптики прогнозируют дождь с переходом в снег.